Так, друзья, продолжим наши прогулочки по Лос Кристианос. Очередному канарскому городу, где все также размерено, также туристически, море, пляжи, сувениры, рестораны. Да, африканцы везде свои эти штучки продают. Тут что-то с недвижимостью, кажется, связано. Здесь интересно, что очки можно с одним и тем же названием купить как за 80 евро, так и за 2 евро. Вот, какие из них фальшивые и какие из них не фальшивые, трудно разобраться. Спасатель китов, кажется, там стоят. Или дельфинов. Вообще очень много разных движений и организаций в этом мире, когда которых раньше я лично никогда не слышал, не встречал и даже не представлял, что такое, что такие могут быть. Но они есть. И во всех городах реально присутствуют, то есть их представители. Вот. Вот это для велосипеда, наверное, да? Да. На весом велосипед парка. Тут один возле. Для мэра города этого. Чтобы только он мог здесь ставить свой аппарат. Ага. Да, здесь хороший большой пляж. Тут и спорт, и отдых, и загар, все. Но этот город уже в любом случае туристический, видишь, такой. Не как вот у нас там то, что было, да. Круто. Да. И при том здесь летом вообще просто бешеное количество туристов. Сейчас еще так не сезон считается. Вот, несмотря на то, что не сезон, людей здесь тоже немало. Пляжный волейбол. Притом играют только девушки, почему-то все. Женский состав какой-то здесь у них. А нет, вон там один мучангас появился. Или они обучаются этому, потому что вот здесь 4 девушки, а там почему-то один парень. Видать, они все-таки какую-то тренировку проходят тут. Ага. Притом играть они уже умеют. То есть не просто так. Любительницы. Здесь такая же ситуация. 3 девушки и один вот этот, который мячики держит. А нет, 4 девушки. Точно так же. Yes. ОХСС. Ага. Может просто эти? Тренировочки. Это женский командный, видишь, он тренер. Тренирует, да, да. Вот тренер тоже этот черный. Угу. Угу. Да, на той стороне мужские, на этой стороне женские. Значит, они, значит, мужчины и женщины не могут в волейбол вместе играть. Ну, я имею в виду, если по профессионально, если так скажем. Угу. Нравится? А, не нравится? Просто я ходила один
на специальное занятие, чтобы научиться обращаться с мячом. Так. Потом дошло до того, что меня учитель этих специальных занятий бойкотировал, меня со мной никто не разговаривал, представляешь, какие? А поэтому ты возненавидела волейбол, да? Да. Ну, не получалось, они мне за это еще бойкот устроили. Говорят, ну, так как она сегодня не забила ни одного гола, то мы устроим бойкот до следующего занятия, мы с ней никто не разговаривал. Класс, да? Ничего себе. Хороший учитель. Воспитание сильное, да. Супер. Сразу развивать все комплексы. Сразу, да, развивает. Если вы хотите, чтобы у вас развились комплексы, ездите в Россию. Здесь тоже песочные строители, замки из песка воздвигают, строят, зарабатывают на этом. Вот этот красивый замок. Ну да, так а что тут делать? Сидишь, ты все равно целыми днями на пляже сидишь. Мне кажется, если бы я здесь зависал бы, я бы, наверное, только эти песочные фигуры делал бы, какие-нибудь здания строил бы. Песочные фигуры, что он ходит с каким-то специальным баком, еще поливает, чтобы она не засохла. Да-да-да, не рассыпалась, да. Да сколько же он за нее денег получает, что-то? Ну, ухаживает за произведением искусства своим, ну, смотри. Она, знаю, раз вылепит, потом он месяц лежит здесь. Так она, наверное, и больше лежит. Да. Чисто по настроению. Вот смотри, сегодня создал. Как у тебя творческий этот произошел порыв? Создал рядом песка-то валом, ну, да. Потом тот там... Намочил песок. Да-да, тот потихоньку разрушается, его оставил, и вот так. Да-да-да. И вот здесь зазывало. Разрушили. Это смотри, Хомер Симпсон лежит, а Филлис пиво. Кто лежит, не понял? Хомер Симпсон. Рядом Марч его жена. Угу. Засохнет. Угу. Но он уже все, он уже... Это как сказать, он уже ушел в историю, это уже как эти, знаешь, раскопки потом, если будут делать, может быть, по каким-нибудь в будущем будут такие технологии, когда на каком-то микроскопическом уровне можно будет улавливать, где песок каким образом лежал. И, возможно, таким образом получится воспроизвести. Да, они просто катают. Так, пойдем вот так по набережной. Можно вот так по кругу пойти. Смотри, там какой-то прикольный фонтан. Ну пойдем на фонтан посмотрим. В эту сторону полюбуемся. Видишь, одни хотят, чтобы их снимали, другие не хотят, поэтому по-разному у них тут. Не, эти хотят. Ну как хотят, им все равно. А там были те до этого, они не хотели, чтобы. Ну да, они. Ну они, понятно, и беженцы, и наркотики, все. Все вместе здесь. О, вот здесь есть хой, вот здесь можно мороженое поесть. Да, уже поел. Ну здесь и торты, и пирожные. Угу. И как всегда скидки. Слушай, здесь пахнет так классно. А, может это вот отсюда пахнет. Какой-то фонтан интересный. Своеобразный. С лестницей фонтан. Вот это интересно сделанное. Здесь внутри вход. Ну, вообще прикольно сделали они этот маневр. Здесь какие-то сады. Я не думаю, что нам сюда надо идти. Пойдем. Не будем заходить в этот ботанический сад. Не знаю, что там, но душновато.
Здесь, в принципе, тоже жарко, но здесь хотя бы ветерок дует. Вот испанская фирма тут, Desigual этот, с очень разнообразными одеждами. Супермеркадо. Отели, скорее всего, тут. Да, вот такая, друзья, жизнь на этом у нас. Сан Кристианос, как этот городок наш называется, в общем, Канарские острова. Лос Кристианос это называется, точно вспомнил, Лос Кристианос. Название, по правде говоря, очень сложно запоминать, потому что они меняются и друг на друга, особенно в этом районе, еще к тому же друг на друга похожи. Ну, или мне так кажется, что они похожи. Для местных, наверное, они точно не похожи, не знаю. И вот вещи. Так, друзья, пока выключаюсь временно, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.